такая чудесная музычка. Привет всем! Это канал J-Play, и это марафон симуляторов, русский язык, давайте выбирать. И это франшиза Scrum... Я не успела, я! Как это вообще читать все, что они тут это... Это марафон симуляторов, мы продолжаем. Вчерашний день был не очень удачным, успешным. Прочитайте перед игрой. Почему вот это вот так долго, а предыдущее просто за секунду улетело? Не понимаю. О, коса. Так, уже, нас уже пытаются... Мы еще даже не загрузились, нас уже пытаются напугать. Вы прикиньте, какие... Обскура. Lucidus Terminal 34. Юзернейм E42 HBFNE3. Паспорт... Одна долбанная роза. Loading Simulation. Опа, наконец-то. Это игра Happy's Humble Burger Farm. И знаете что, мне вот эта вот заставочка очень, в смысле вот этот их логотип, очень напоминает Jurassic Park. Это вроде как симулятор. Давайте начнем новую игру. Чё? А где же русский? Чё происходит? Надо мной работают врачи. Мы, наверное, умерли и нас реанимировали, чтобы мы продолжили работать. 100% так и сделаешь. Так, здесь что это за... Что за дела такие? Подождите, ни субтитров, ничего. Где мой русский язык? Алло, пацаны. Это что-то важное, да, они говорят? Я даже не понимаю, что... Если честно, я даже не могу разобрать слов, каких они говорят. Ну, походу, да, я, походу, наверное, умер, и меня реанимировали, чтобы я... Так, ну, алло. А где русский-то язык? Подожди-ка. Продолжим. Приготовление бургеров. Он сказал, что когда-то я любил быть шефом бургеров, но затем я получил бургером в колено. Игра вышла год назад, и я хотела в нее еще тогда поиграть, но внезапно оказалось, что она хочет очень сильную видеокарту и процессор, и все в таком духе. И, в общем-то, нормально, да, симулятор такой от меня потребовал. И я такая, ну нет. Конечно, можно было бы играть на низких настройках, они-то потянули бы все, но сейчас вот еще, да, в современное время играть на низких настройках, конечно, ага. Так, сначала возьмите нижнюю часть булочки и положите ее на доску. Так, это где такое? Вот это булочка, да? Что из вас нижняя часть? Вот ты, да? А что вообще, где мы? Почему мы в лесу в каком-то? Я думала, мы будем работать что-то типа в симуляторе, типа Макдональдса. А, так это нам снится, походу, да? Слышите вот это пиликанье, да? Вон оно, видите, видите, я вам сказала, что это похоже на этот, как его? На Jurassic Park, прям один в один. Ну да, это, походу, ему снится, он на последний... Крыса улетела. Он на последнем издыхании, короче, видимо, и его, короче, взяли, и куда класть? Вот сюда? Нет, доска. Куда написано? На доску, на. И его, короче, а как класть? Оно не кладется. А, на правую надо кнопку, прикиньте. Так, что дальше? А, положите по одной порции начинки каждой для сэндвича. Давай, окей, это что такое? Салатик кладем. А, надо на правую кровь. Все, все, надо запомнить на правую. Это одно и то же? По одной пор... Это разное или одно и то же? Не понимаю. Ну, я возьму на всякий случай, если много... Ну, блин, много листьев тоже не очень хорошо. Так, вот это что такое? Это что за фрикадельки? Огурчик, наверное, может быть, да? По-любому это огурчик. О, как кидается всего размаху. На, кушайте, не обляпайтесь. Так, лучок. А котлеты где? Какой-то веганский бургер делаем. Ой, не-не-не, верни! Убери! Вот, нормально. Так, я пола... Выкинь это, выкинь это. О, отлично, можно выкинуть. Сначала возьмите, положите по одной порции, затем возьмите котлету для бургера, приготовьте ее и положите на... А, ага. Вот здесь готовить, да? На. Ой! Да ёпте. Попробуй еще, попади. Вот, на! Пиксели, мегапиксели. Мужчина, здравствуйте. Здравствуйте. Вы в порядке? Какой смешно. Ты посмотри, ты что такой недовольный? Это, наверное, клиент ждет наш бургер, да? А ты приготовился? Давай, вроде поджарили. Нет? Никто сырое с кровью. Никто не любит сырое мясо. В смысле никто? А есть же вот эти вот экстремалы, которые обожают вот это вот прожарка с кровью. Вот. А как узнать, что она приготовилась? А, вот. Есть извращенцы, которые обожают well done. Например, я. В конце положите верхнюю часть... А булочку-то не надо поджаривать? Да ё-моё. Мне кажется, булочку тоже надо поджаривать, нет? Ну, по крайней мере, я видела ролики на этом. Наверное, не надо. Ролики видела. Да ё-моё, надо на правую зап... Опа! Получилось. Видела, короче, разные ролики такие, знаете, этот... Что надо делать дальше?
Всем клиентам необходимо подавать еду в пакете. Внимательно смотрите, что именно они заказывают. К счастью, этот конкретный клиент непривередлив. Очень хорошо. Берите пакеты, берите пакетами, которые лежат... Какое-то склонение странное. Примечание. Как только заказ будет упакован, дороги назад нет. Поэтому будьте осторожны и особо внимательно положите бургер клиента в пакет. Позвоните в колокольчик, чтобы взять пакет с доски и подайте, бросайте его клиенту. Чё? Ну-ка, пошли со мной. О, какой! О, красота! Пиксельный салатик. Ёпти. Хэппис Делюкс! Так, как тебя... как закрыть можно? Динь-дон! На! Корова пришла! Счастливица! Довольна только тогда, когда вы правильно выполняете свою работу. Путаница в заказах или плохое поведение работника может привести к нарушениям. Нарушения могут привести к неприятностям. Примечание. Она двигается только, если вы не смотрите. Не спускайте с нее глаз. Если счастливица рассердится, вам нужно подать ей гамбургер. Но с тухлой котлетой. Когда она уйдет, вы сможете найти горы тухлых котлет по всему ресторану. Так, надо приготовить тухлый котлет. Все крысы с королевского комфорта перебрались в скромную бургерную счастливицу. Спасибо. Это Рататуй, да? Всей толпой прибыли мне помогать. Идите на работу. Но меня, походу, точно реанимировали. Судя по картинке, меня точно из мертвых восставший. Так, у нас есть... Это нормально, что картинка такая, как будто, я не знаю, на старой кинопленке какой-то. Happy's Humble Burger, Burger Farm. А используйте руководство для работников. Мы настоятельно рекомендуем изучить руководство для работников. Нажмите «Tab» в любое время. Работа скромной бургерной счастливицы имеет свои преимущества. Но это не значит, что она станет легче, ведь управление рестораном – это работа на полную ставку. Кнопку руководства, чтобы продолжить. Это какая? Ёпти, какая кнопка руководства? Ничего не нажимается. Enter. Овца. Опа! О, какая овощи! Посмотри, какая! С колокольчиком. Руководство скромной бургерной. Внимание! Ваш первый день, порядок работы управления рестораном. Edition 2. Написано неизвестным человеком. Приветствуем нового работника! Если вы читаете это, поздравляем, вы приняты на работу! Прежде чем начать, прочитайте это руководство! Так, окей, давай читать руководство. Меню скромной бургерной. Возьмите охлажденные котлеты и бросьте их на гриль. Положите на поварский стол одну нижнюю часть булочки по одной порции. Так, мы это уже знаем. Мы только что это делали в потустороннем мире. Добавьте говяжью котлету, чтобы сделать высший восторг. Это, наверное, Happy's Deluxe был, да? Happy Meal. Добавьте ломтик свинины, чтобы сделать поросячий пир. Добавьте сочные курицы, чтобы сделать птичий праздник. Наггетсы из лосося и картофель фри. Так, это, короче, нужно поесть обязательно. Перед тем, как играть в эту игру, обязательно нужно поесть. Потому что иначе просто слюна. Если сейчас у меня слюна, утечет на пол. Положите во фритюрницу и ждите окончания готовки. Выньте перед подачей на стол, положите на поднос с подогревом. Хорошо, что мы это играем в новогодние каникулы, когда вроде как холодильник полон еды. Горячие пирожки и печенье. Перед подачей на стол поместите в духовку и испеките. Нажмите красную кнопку, чтобы начать готовку. Безалкогольные напитки, коктейли. А это сколько много? Мы сейчас всю серию будем только тупо читать, да? Приходите вовремя в любую смену, обеспечьте себе транспорт для поездок на работу обратно, отмечайтесь перед началом и концом своей смены, включайте, отключайте все освещение, приборы и вывеску открыто, отвечайте на все звонки начальства, don't miss these calls, не пропускайте эти звонки. Готовьте и подавайте блюда в соответствии со стандартами компании, мне кажется, мы уже очень долго тут. Выполняйте все операции с наличными, they are waiting you. Они тебя ждут. Поддерживайте в ресторане порядок. Делайте уборку, соблюдайте нормы обслуживания помещений. Keep happy! Нарушение каждой смены будет оцениваться согласно системе нарушений. Ваши результаты будут определяться по времени и качеству работы. Эффективные работники могут выполнять бонусные задания перед уходом со смены, чтобы получить дополнительное вознаграждение. Расходы мы рекомендуем вам вести себя скромнее с вашими деньгами. Тратить и экономить их с умом. Посещать кофейню, поликлинику, ломбард, музей и другие места. Оставайтесь счастливыми, пополняя свою коллекцию музыки, сувениров, ограниченных изданий манги и всего остального. Опа, манга! Помните, делайте все со счастливой, скромной улыбкой. Это как это? Счастливая, но скромная. Вы, по-вашему, вот эта хрюшка улыбается скромно? Или вот этот петушок, или вот эта вот коровка? Ничего подобного. Так, а статистика? Happy Humbles... Happy... Блин. Как начать игру?
Всего шагов пройдено 2. Я успела 2 шага пройти. Всего дней отработано 0. Да, конечно, мы пока читаем ваше руководство, мы никогда играть не начнем. Как это выключить? Отпусти меня. Спасибо. Ура! Почему такой звук пикания? Это ты пикаешь? Да, это он пикает. Взаимодействие с миром. Попробуйте открыть дверь и взять рацию со стойки. Какую еще рацию? Блин, по мозгам получила. Так. Ой, это моя форма, да? А почему она заплевана? Это какой-то кошмар. Не постирали ничего. Так, это туалет. Ага. И что это? Блин, а что? Почему картинка такая должна быть, да? Это можно нажать? Так, заткнись. Заткнись. Я помоюсь. Можно помыться? Освежитесь, приняв душ, он восстанавливает здоровье и энергию. Во, отлично, давай. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Надо с утра помыться. Квартира. $0. 0 центов. Выключи воду. Выключить. Выключить надо. Он уже работает. Я встала под него, я закрыть хочу. Ладно, все. Окей. Так, это мы оттуда пришли, а это мы сюда зайдем. Это что здесь? Вот это ничего. У меня есть отдельная, просто мини-комнатка для комода. Просто здесь стоит только комод один, небольшой. Это даже не гардероб, это просто комод. А туалет? Можно в туалет? Можно сходить? Нет? Не будем? Ну ладно. Окей. Так, закрой это. Закрой за собой дверь. Это спальня, это туалет. В принципе, у меня неплохая такая квартирка, да, как бы, ну, нормально, достойно. Возьмите шоколадку из холодильника и нажмите кнопку взаимодействия, чтобы ее съесть. Где холодильник? Вот это мой холодильник. Где моя шоколадка? Ёпти, как брать шоколадку? Ага. А как я должна ее съесть? Замечательно. А чё, почему мухи? Дай шоколадку. Как ее есть? Блин, ничего не понимаю. Где управление? Так, на Е. Да, он съел все. А зачем я поела? У меня все вроде было бы нормально с этим, нет? Что-то запиликало. Так, что надо делать? Что надо делать? Тут, короче, что-то... Ничего не понятно. Мы когда на работу-то пойдем? Мы будем... О, монетка. Или что это? Тарелочка какая-то. Дверь заклинила. Эта дверь сейчас не откроется. Попробуйте за... В смысле? У меня есть котик! У меня есть... А у меня, кстати, в спальне я вроде увидела. Нет, подожди. Открой меня. Со временем ваша квартира наполнится собранными вещами. Тут вот котенька, да? Да, мне не показалось. Hang it in there. Так, что за странно? Ладно, пойдемте. Так, короче, у меня есть котенька. А где он? Киса, 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 киса! Надо ему насыпать покушать, да? Где у меня кормушка для котика? Нету? У меня есть микроволновка. Это что такое? Запертые двери. Попробуйте другой путь или убрать засов. Чё? Какой засов? С какой? Как засов? Тут такое все пиксельно, такое все странно. Так, это кто? Это мы? Непонятно. Чё так пиликает отвратительно? Ой, дверь открыла-то. Почему дверь открылась? Тут какой-то телевизор. Какие-то странные шоу. Так, нам сказали взять рацию, да? Ваш босс будет звонить время от времени, слушайте внимательно. Я твой босс. А где русский язык? Вы чё, обалдели? Чё? Меня пытались развести. Что это такое? Что это? Коровы, все ваши бургеры будут принадлежать нам. Опасно готовить одному, возьмите той. Что такое той? Хирург 1. Интересно, насколько эффективны эти чипы обскура? Но они же не зря называют чипами фабрикования реальности. Я слышал, что они собираются сделать это обязательным для всех сотрудников. И что? Нам придется устанавливать их в собственные черепа? Я бы не удивился. Они любят искать короткие пути для экономии. Они не могут повысить нам зарплату, хотя мы столько лет здесь проработали, а на модные чипы контроля сознания потратят все деньги мира. Так, ну теперь хоть что-то понимаем. Так, этот чип контроля сознания выглядит надежным. Давай заштопаем его. Так я же говорю... Хорошо, давай покончим с этим. Слушаю тебя на обед. Какие планы? Мне какой-то чип, походу, дело вживили, да? Короче, я нашла, прикиньте, субтитры. Питти использовал котлетную бомбу. Эффект просто огонь! Приготовление бургера... А, это надо по новой, да? Ой, петушок. Смотрите, петушок какой-то там. Ой, убежал. Туда нельзя дальше. Короче, надо по новой все делать, да? Две мясные котлеты, гриль, специальный соус, сыр, огурцы, салат и лук. Все на булочке с кунжутом, только так. Да ёпте! Вот так вот. И это Биг Мак. Ну вот так, она долго жарится, между прочим. У нее такие вот это вот сало разлетается, вот это вот масло, все вот это вот жир прям выплевывается весь в тебя. Представляете, какой там вкусный запах сейчас?
Короче, нет, это надо записывать на сытый желудок. Ни в коем случае голодным это не смотреть, не записывать, не играть в это нельзя. О, а это тухлые бургеры, да? Это тухлый бургер. Ну а до... Эй, повар, послушай. Да почему она мне не дает бургер тухлый взять? Я хотела ей тухлый бургер приготовить. А это что такое? Это было? Да я в курсе, я уже только что отсюда. Здесь была тыква? Чё за Хэллоуин? У нас Новый год, алё, пацаны. Ребятушки, мы берём рацию. Привет, дружок! Хорошая новость! Тебя приняли! Я твой новый босс. Компания выдала эту рацию. Такие есть у всех работников бургерной. С ней я могу проверить тебя в любой момент. И этот чип, да, как раз? Так что никаких фокусов. Правда, связь работает в одну сторону, так что ты мне позвонить не сможешь. Поверь, если что-то тебе понадобится, я буду знать... Это кто такой? Не опоздай на свою первую смену. Клиенты должны быть довольны. А почему мухи от него идут? Понятно? Это кто? Следи за показателями здоровья и энергии. Если вы устанете, ослабнете, купите... Кто этот чел? Это какой-то зомби. Давайте сходим за ним. Он вроде нас не бьет. Ты опасный, чувак? Да, по-моему, нет. Ваш сосед Той. Это Той, ваш сосед... А, это мой лучший друг! Чувак! А ты, в смысле, подожди, дай на тебя хоть посмотреть. У него хрюшка. Он похож на Ларча. Эй, чувак, здорово. А ты чё такой, как зомби? Он как зомби. Ну, примерно так же я утром иду на работу, в принципе. Ничего, собственно, ничего такого. В смысле, а чё мне надо делать? Я не понимаю. От него мухи идут. Походу, мы тут все сдохли, нас воскресили, вживили чипы и отправили на работу. Это примерно сюжет Робокопа. Я не очень понимаю, куда мне... Что надо делать? Мне что-то сказали, да? На работу надо идти? А, ну да. Не оставляйте мясо на открытом воздухе слишком долго. Оно может испортиться. Логичные вы какие. Действительно, оно действительно может испортиться. Согласна. Как у нас рация оказалась на столе, вообще, мне интересно. А, ну правильно. Кто нам чип вживил, ее нам привезли с нами, да? Очень-очень... Да тут Хэллоуин, реально Хэллоуин. Опа! Это Той! Куда ты рванул? А, как же прекрасен New Elysium. Нам за ним бежать? Если ты в солидной части города, а ты не в ней. Ладно, в другой раз. Знакомый агент по недвижимости заверил, что однажды здесь построят маленький рай. А, это всегда так заверяют, да. Мне надо бежать за ним или нет? Поболтали, хватит. Пора на работу, дружище. Обычно можно доехать на автобусе, но сегодня он ремонт, естественно. В общем, от своей квартиры поверни налево и ныряй в тот жуткий тоннель. Какой тоннель? О, Хэппи Хамб... Хэппис Хамбл... Нам туда. Нам... А, ну правильно, нам за ним. А чё с... Посмотрите, как он бежит. А ты чё так бежишь странно? Иго-го, го-го, го-го. Ну-ка, шашки на голову. А он, в смысле, он на чём-то едет, да? Ага, серьёзно? А подвези меня, чувак. Тут опасный, короче, район и опасный тоннель. Я не хочу одна в нём ехать. Давай ты меня подвезёшь. Это мой извозчик. Эй, извозчик! Нет! Когда-то и меня привлекала работа повара, а потом мне швырнули бургером в колено. А, это, собственно, то, что было написано там, тогда на английском. Бургером в колено. А почему в колено? Каким бургером? Если засохшим, то согласна, да, это перелом сразу вообще возможно. Ресторант. О, это мы в ресторане. Мы, между прочим, не абы где работаем, а в ресторане. Добро пожаловать в твой дом вдали от дома, скромную бургерную счастливицы. Внутри полный бардак, но не волнуйся, через пару смен все заработает. Считай это тренировкой. Ага. Сегодня тебе нужно беспокоиться лишь о гриле. Котлеты для высшего восторга, птичьего праздника и поросячьего пира можно найти в морозильном помещении. Так, и надо идти, да, куда-то. Да тут Хэллоуин. Чё? Не вздумай красть продукты. А есть их можно? Если нужно пополнить здоровье... И силы, купи энергетический батончик в торговом автомате. Врубай свет, включай духовку, отмечайся, зажигай вывеску открыто и приступай к работе. Ты заткнешься? Спасибо. Задолбал. Дайте осмотреть тут все. Happy's Humble Burger Farm. Hot food and cold drinks. Starting at 99 cent. Короче, Happy's Humble бургерная ферма. Свежая, горячая еда, холодные напитки. Начальная цена от 99 центов. Ну, погнали. Ну, тут реально у них Хэллоуин. Ко-ко-ко. Как открыть? Так, закрой.
А мы ночью, что ли? Я не поняла. Кстати, мы ночью работаем? В смысле? Ко-ко-ко-ко-ко. Здорово. Ой, какой цыпа. А это просто статуи, да? Это в смысле не костюмы, в которых там люди обычно тусуются. Какая коровка. Ты посмотри на нее. Ой, это можно сесть. Какая чика. Так, еще кто-то тут есть. О, вон какой-то человек есть. Какой-то злой фермер. Просто... Кошмар. Так, и что это? О, поросеночек, поросеночек, поросюлечка. Здорово, дорки-порки. Ой, там тоже кто-то... Фига себе, робот-пылесос есть. Здорово. Не наступи на меня. Страшный динозавр. Или какая-то ворона. Тринкс, пинкс, финкс, винкс. А куда? Как мне зайти? Куда-то не понимаю ничего. Блин, полчаса будет... Ага, вот дверь какая-то. Наверное, это за... Вот, это мы зашли. Прежде чем открывать заведение, нажми кнопку руководства, чтобы изучить основу. Ну, мы читали уже, в принципе. Что ты хочешь? Той! Здорово. Что? Out of Ford. А почему? А, тут сказали же, ничего не работает, только гриль, да? Ну вы чё, было же по-русски, да? Сказали же по-русски. Pick up and this piece of trash in time clock. Applicants. Вы можете включать приборы только во время своей смены. Ага, надо вот это что-то нажать, да? Time clock, на. Так. А? И тебе не хворать. И что делать-то? Эй! Так на дворе вообще ночь, так как же работать-то? Никто не придет. Я же говорю вам, ночь, смотрите, лютая ночь. Или, конечно, это может быть 6 утра, какой-нибудь там 5 утра, зима. Kitchen light. О, kitchen lights. Не-не-не, верни! Ты че, блин? Да ептит твою за ногу. Сальмонелла накс. Что? Фрайс. Так, фрайс это картошка, наверное, да? Да, potato вот это нарисован, фрайс. Это какие-то штучки. Бомба. А чё там? Нормально. О! Happy's Deluxe Porrin Pork, Poppin Pork, Fantastic Fowl. А это котлетка, да? Это котлеты, короче, разные. Курятина, свинятина, говядинятина, короче, в общем, полный комплект. А чё делать надо? Надо встать за кассу, наверное, да. Свободная касса. Таймер заказа. Невыполнение задания придет к нарушению. Так а что, как выполнять-то? Что-нибудь произойдет? Вот, что-то есть, нашли что-то. Симулятор ордер форм. Жетоны улучшения, дополнительное время заказа, дополнительное... Это что-то развиваться. А как работать? Может быть, надо начать что-то здесь делать? Кнопка перезапуска – это рычаг для перезапуска заказов на сэндвичи. Что? Чел, что мне делать? Он надо мной ржет, по-моему. Я не понимаю, что мне делать. Ежедневные нарушения, информация о ресторане, итоги дня. Так а где клиент-то вообще? Придет кто-нибудь вообще, нет? А-а-а, кнопка-то open. Наверное, надо нажать. Она нажата? Нет, она не нажата. А-а-а, тьфу, блин, мне же написали, надо включать open нажимать. Я пошел за кассу. Кто-то придет сейчас? Так, закрыть надо, чтобы не прошли сюда. Сюда не подходить. Есть народ? Да чё-то никого нету. По-моему, мы тут это... Эй! Эй! Мы ещё чё-то не... Чё надо делать? Кто-нибудь скажет? Блин, какое-нибудь руководство тебе писали. О, клиент пошел, клиент, давай! Свободная касса! Иди сюда. Вообще, зачем поставили вот эти вот полосы? Соблюдали это расстояние между друг другом. Так. И чё? Таймер за... Хрена себе таймер! Чё надо делать? Poppin pork sandwich no lettuce. Что? Чё надо? Poppin pork... Чего, блин? Так, подожди, где это была котлета? Poppin pork, это, наверное... А, вот, все поняла, это бежим. Это надо жарить, это очень долго будет жариться. Оно же дал... Где? Где плита? У тебя плита? А, ты жаришь! На, жарь! Какие приборы? Как включить прибор? Ёпте, как включить приборы? Вот это вот... Это приборы, да? Ты жаришь, нет? Да, он жарит, все пошло. Так, булочку, булочку, нижняя часть, нижняя. Так, дальше. No litus... Что она там попросила? Ничего не надо класть? Litutse, что такое litutse? Litutse. Кто из вас litutse? Так, вот это что? Это огурчик, это кукумбер. Так, вот это что?
Это какая-то трава. Может быть, это трава? Как это выкинуть? Блин, все насвинячили. Так, ну чиз это чиз. Что такое летуце? Блин, промазали. На. Может быть, это вообще не к этому? А чё она? Котлетка, 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 котлетка сгорела. Блин, ну ты чё, блин? Ты чё так жаришь-то, а? Дай мою котлету обратно. Дай-ка... Дурак. Ты дурак. Котлетка угорела. Ты вообще зачем тут стоишь? Стой, слышь, давай жарь мне нормально котлетку. Жарь котлетку нормально. Ты жаришь? Жаришь. Так, чё там надо этот, короче... Я запуталась, блин, чё надо класть? Я... Жарь котлету быстро. Блин, это он очень... Ой. Зачем он тогда тут нужен, если он не это, не снимает? Я думала, он снимает... Что происходит? Что сейчас было? Как узнать, что она поджарилась? Ты долго жаришь, ты можешь побыстрее жарить? Той. Чел. Как понять, что она поджарилась? О, нормас. Нормас, дорки-порки поджарилась. Так, на. А соус? А где соус какой-нибудь? Без соусов, что ли, живем? На. Так, все готово. Я пошел. Где пакетик? Ё-моё. Так, пакетик. Да, на, не хватает, не хватает. Во, вот, все. Сначала нужно... А, поняла, все. На, динь-дон. Ты где, тетка? На, я успела. На, свободная касса. Получено достижение. Упс, что за упс? Я тебе дам сейчас упс. Что не так-то? Таймер заказов, что еще надо? Поппин-порк сэндвич no litusе. В смысле? Иди тебя за ногу. В смысле, что не так-то? А почему стемнело? Кто выключил свет? Это ты выключил свет? То есть зачем ты выключил свет? Где свет включить? Кто посмел? Как это не работает? Ты офигела, что ли? Что значит не работает? Так, ладно, нам нужно еще одно дорки-порки. Дорки-порки я несу. Да быстрее беги, на. Да, ес, жарь. Жарь побыстрее, пожалуйста. Очень медленно жаришь. Еще и теряешь мне тут все. Так, булочка. Так, что ж ты, что, чего она не хочет, я не понимаю. Дорки-порки, сэндвич. А, по, да, дорки, но литуке. Что такое? Слишком долго выполняли, дали клеб... Я не тот... Как это долго? Я не понимаю, в смысле долго? Как это не тот продукт? Ты что, охренел? Да жарь быстрее, ёпте. Блин, надо было класть, но я боюсь, что она сгорит. Вот, нормально. Клади ее. Так, смотрите, давайте думать, смотрите. Значит, это точно не огурчик, правильно? Это мы больше кроме этого ничего не кладем. А почему оно сзади вообще, скажите мне, пожалуйста? Ты положил, нет? Хрен поймешь. Почему эта хрень сзади находится? Она должна была спереди находиться. Как? Это вообще ни разу неудобно. Так, оньен это лук, это 100%. Помидор это томато. Значит, это кто-то из вас. Блин, хрен, без обоих. Не хочешь салат? Не будешь салат. Летуце, это... Это латук, наверное, да? Салат, латук, вот это вот, хрень, дребедень, вот это вот. Точно. Давай, клади, блин. Не могу все время забываю на эту кнопку. Да я бегу, ёпти. Куда пошли все? Что происходит? You can run or die. Чего? Что происходит? Feed her... Evil Patty. Накорми ее. Это корова пришла, да? Ей нужны тухлые бургеры. Тухлый бургер. Жми кнопку прыжка, чтобы сбежать. Я жму. Не понимаю, что делать, но жму. Жму. Как долго? Че? В смысле, прыгать надо? До сих пор прыгать надо или что? Че делать-то надо? Так, стрелочка. Корова тупая. Ты чё меня напугал-то? Закончите смену. А это вообще реально? Я умираю, да? Игра закончена. Прикиньте, вот и поиграю. Я не поняла ничего. Вы что-нибудь поняли? Я очень медленно это делала или что? Чё произошло? Ну и ладно, вот и поиграли. Подождите, давайте еще попытку. Ну давай быстрей. Дубль 2. Идите на работу. Мы с самого начала это все затеем, да, теперь? Короче, давайте, раскрылетились, тут больше не крылетимся. Закрывай дверь. Закрывай, я сказала, дверь. Значит, сначала включаем все эти приборы наши.
Так, Той, привет. Будь здоров. Так, апликансы, вы не можете только во время своей смены. Окей, давай, моя смена пошла. Я включаю приборы. Да я нажала смену. Ладно, короче, надо включить, да, подсветку. Подсветку включаем, open. Только тогда он считает, что мы, короче, все, все, все. Я сейчас, все, ну первый блин комом. Ну что вы хотите? Первый бургер неудачный, тухлый. Что поделать? На. Ну, кто идет? Так, я так подозреваю, что летуке это летуке. Это в смысле вот что-то из этого. Это одно и то же или нет? Я не понимаю. Вот смотрите. Да это одно и то же. А зачем два лотка? Так, да, добрый день. Свободная касса. Подходите. Оставшееся время 5 минут. Да чего 5 минут? В смысле, это смена 5 минут у меня длится? Да я не успею ничего сделать. Я только полторы минуты тут это, котлету жарю. Fantastic Fowl Sandwich with no onion. Вот это понятно, вот теперь нормально. А то летуке какой-то, летуце, блин. Так, Fantastic Fowl это курица. Курица, 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 шмурица. На, Той, пожарь курицу. Так, я пошла. Так, no onion, клади. Так, no onion, так, значит, кладем салат. Это одно и то же или нет, я не понимаю. Это два разных салата или это два одинаковых салата? Зачем тогда их два? Пусть будет считаться как no onion. Так, главное onion не положить. Так, это вот это сырочек. Как неудобно, что оно находится сзади. Кто это поставил так? Такой себе из вас. Так, ты пожарил? Это поджаренное или нет? Как понять? Вот оно поджаренное, все. Цвет понятен. Так, клади. Теперь булочка. Да ёпти на правую кнопку. Да давай быстрее мне, хватит тут свои салюты пускать. Ты не видишь, я не успеваю обслуживать клиента. Да иди, твою мать. У меня бесполезный этот жарщик вообще. Да... А где мой бургер? А, господи, напугали. Клади. Да ёпти. Диндон, где ты? Фантастическая курица к вашим услугам. На. Ой, довольная, ура. Окей, так, кто следующий? Давай быстрее заказывай. Какие-то бабы... Слишком низкие у вас челки. Дорки-порки сэндвич без сыра. Зачем тебе сэндвич без сыра? Ты с ума сошла? Сыр это святое. Дорки-порки. Вот сюда. Давай. Так, Той, ты жарь. Вручаю тебе ответственную миссию. Да, жарь без сыра. Так, короче, кладем все подряд. Так, значит, блин, не понимаю с этим салатом. Короче, окей. Так. Так. Это огурчик. Блин, ну это... Так, без сыра. Лучок. Вот лучок ненавижу в бургерах. Вот реально, это то, что я не могу есть прям в бургерах. И помидор, кстати, тоже не особо люблю. Я из всех всегда прошу мне вынуть. Ну, помидор, потому что помидор, знаете, в некоторых ресторанах очень плохой помидор. Невкусный, жесткий, с дубовой просто вот этой кожурой. И, знаете, короче, в некоторых очень любят помидоры обрезать вот с этим, с жопкой помидора, короче, специально вот прям. И, ну, такая вот эта белая сердцевина. Это не очень клево, мне не нравится. Она жесткая, очень невкусная. Так, я бегу, лови, на. Ну, слушайте, ну мы справляемся. Теперь вообще на ура пошло. Так, что тебе? Fantastic Fowl Sandwich. Это совсем чем угодно хочешь, да? А чё, в смысле? Это вот мы просто так будем жарить. Ну, симулятор бургерный, Fantastic Fowl. Так, курица. А чё-то у нас никто не заказывает наш Happy Deluxe. Ты чё, обалдели? Это же наше фирменное блюдо. Happy Deluxe. Happy Burger. На, жарь. Так. У нее никаких ограничений там, я забыла. Да, никаких. Музыка нагнетает, пошла. Кто поставил сзади? Это что за... Я не понимаю, кто это сделал реально? Но это неудобно. Почему мы, когда в начальной локации пробовали это все делать, там было, короче... Успей... Долетит? Нет, не понимаю. Не долетел, прикиньте. Походу, дело не долетел. Вот так вот. А, почему... Котлетка? Дай! Ты хоть бы следил за ней. Так, а что-то не положили, да? Помидорку не положили. Так, помидорка. А, короче, в начальной локации нам показывали, нормально все было. Ну, в смысле, там нормально стоял. Как бы рядом все. Стол. А здесь почему-то он сзади. Ну, алло. Готово. Кушать подано, садитесь жрать, господа. Держи. Фух, сколько там еще осталось до конца смены? Давайте всю мою смену заканчивать. Так, тебе что?
Наконец-то, Happy's Deluxe, наконец-то Happy's Deluxe сделаем. А тут за смену не сделали Happy's Deluxe ни разу. Так, побежали, Happy's Deluxe. Той, жаль. Так, ты нормально? Да ёпте, жаль. Подвинь, ой, у него веснушки. Так, Happy's Deluxe, без ограничений, прекрасно. Вот это удобно, вот это правильно. Жри, что дали. Не нравится лук, вынь лук. Не нравится салат, вынь салат. Так, мы салат один не положили. Я не понимаю, это имеет значение или нет все-таки? Хорошо, они еще хотя бы не возмущаются, не вопят на это. На то, что в разном порядке им положили. Вот еще будет он, конечно, сидеть булочку разбирать. И выследишь, в каком порядке они там положили кто что, да? Так, это уже поджарилось, отлично. Так, клади. И вот это. Ну, положи. Все, отлично. Корова замычала. Так, клади сюда. Так. Ой-ой-ой, сейчас вот на, вот на. Так, все, последнее, все, хватит, все, ресторан закрыт. Все, да, закрыто. А что потемнело? Порыжело, посинело. Алло, да в смысле? У меня же вышла смена, минута. Поппинг-порк. Смена закончилась, отлично поработали. Вы получили достижение, вот что я люблю. Великолепно. Все, а можно уходить как-то? Что надо сделать? Всего обслужено 4. Оставшееся время 0, 34 доллара. Вы обслужили 4 клиентов. Чтобы выполнить требование, у вас должно быть не менее 2 нарушений. Что у вас должно быть менее 2 нарушений, а у вас их в общей сложности 0. Ну, конечно, мы со второй попытки справились. Мы просто сразу не поняли, что надо делать. Выключаем все, да? Надо смену окончить, правильно? До свидания. Так я выключить хотела? Или все выключено? Можно идти домой? У него прям пеликанье вот это в шее. Может быть, как-то надо домой идти, наверное, да? Открой меня, выпусти меня. Ничего не понимаю. Что надо делать? Там детская зона, смотрите, какая-то. Прям это лазят, всякие лазилки и прочая вот эта хрень. Той, пошли домой, ты пойдешь домой? Ты остаешься на вторую смену? Вот отсюда, может быть, надо домой идти? Отойти не успела, уже разбили мне что-то. Той, ты идешь домой? Там, кстати, крысы. Тут тоже крысы. Drive here. Сюда. А, это как типа бургер авто, да? Ну да, это... Ой, это еще окно авто, это выдача. Мы, по-моему, отсюда откуда-то пришли. А, ну вот, конечно же. Ваш коллега, он любит хорошо прожаренные бургеры и обнимашки. А, да? А я одна побегу домой? А где мой Той? Вот он! Чувак! Подвези меня, а тут опасно, маньяки водятся. Давай ты мне... Подвези меня, пожалуйста. Подожди, да я за тобой подъеду. Он там что-то шуршит, бурши-буршит. Мы вместе едем на байке. Это, короче, у него байк, велосипед, лесопед какой-то. Да, точно. Давай обниматься. Мне сказали, что ты любишь обниматься. У него хрюшка на пузе. Вот, отлично, он меня везет домой. Сюда. А! Той! Все же нормально было! Мы с тобой шли нормально, давай. Ну подожди! Ну в смысле, мы же хорошо ехали с тобой. Там какая-то парочка обжимается. Той, давай с тобой тоже пообжимаемся. Я, если что, я девочка, со мной можно обжиматься. Ну, тебе. Ты такой странный. Ты такой забавный. Ты знаешь, женщины любят забавных мужчин. Например, как Джессика любила кролика Роджера, потому что он ее это смешил. Да, он нас подвозит домой. Великолепно. Собственно, мы можем с ним идти. Я не заблужусь, потому что он меня подвезет, да? Ты чё исчез-то? Эти животные известны как амбарные приятели. Ты где? Где ты? Той. А вот, собственно, где можно купить еду, да? А это 47 долларов, это моё прям? Совсем моё, навсегда моё. Не понял. А где моя квартира? Той! Ты знаешь, где я живу? Той! О, вот он ты! Здорово! Чувак! А? А где ты живешь? Ну, от него мухи, он явно умер. Это мой? Да, это мой дом, по-моему, да? А ты где живешь? Ты пойдешь ко мне в гости? Пошли со мной. Куда ты идешь-то? Куда он идет? А, ну он, походу, меня проводил, да, и пошел. Молодец.
А почему шестая квартира под таким замком? А моя квартира? Be happy! Тут можно получить? Да, можно. Смотри, что мы взяли. Жетоны бургеров. Вы нашли жетон. Используйте его, чтобы улучшить ресторан. А, это для улучшения. А это что такое? Что это? Е14. Работнику бургерной Тои всего 35 лет, и тем не менее его мозговая деятельность стала как у 87-летнего старика. Он утратил способность выполнять свои обязанности в ресторане, безразлично глядя на то, как горят котлеты. Удивительно, что он вообще не сжег ресторан. Я согласна, мы видели, как он котлеты жарит. Такую же деградацию я наблюдал у радиоведущего Мэверика Купера. Большинство других подопытных погибли или исчезли, как Е7. Когда я буду уезжать, то прикажу вывести Тоя и Мэверика из симуляции. Надеюсь, они смогут восстановить когнитивные функции в процессе реабилитации. Так, ёпте, вы понимаете, что это? Вы понимаете, что это? Здесь какие-то проводили обскуры биотехнологии. Видели, что было написано? Вы что, собаки, охренели? Это моё. Нормально дверь не открывают. Они, короче, что-то тут... Ой, кисонька! Испытывают, короче, какие-то внедряют. И то это, короче, наш Той несчастный, прикиньте. Ему 35 лет всего. А у него, короче, все там, короче, походу... Крышак потек. Блин, это вот это все чипы вживили, эксперименты опять над людьми какие-то ставят. Просто... Чё происходит? О! Я про тебя послушала печальную новость, короче, да? Мне сказали, что тебе всего 35 лет, а ты сошел с ума. Ну, короче, деградация, да? Ну, по нему видно, что он деградированный немножечко. Ну, что поделать, что поделать. Зато он наш лучший друг. Что это сейчас было? Он наш лучший друг. Что это такое? Это мячик. На, хочешь мячик? Нет? Это твоя комната? А можно я зайду? Той, можно я зайду? Вы не знаете код? Может быть, есть другой способ? Той, пригласи меня в гости. Ладно, мячик я забираю с собой. Почему моя дверь все время открывается? Я могу ее закрыть? Почему у всех на замках, на кодовых, а моя дверь просто постоянно открывается? Это, наверное, Той открывает ее, да, все время? Это что такое? Обскура программинг. А куда мне это девать? Но это видеокассета куда-то, да, надо вставить, нет? Слушай, ну так-то смотрите, у меня есть колонки, у меня есть телевизор, у меня такая квартира. Как бы вроде как бы, может быть, это хотя надо мной ставили опыт и это прилагать, может быть, это сюда надо поставить? Тут какие-то замутки на сюжет есть прям, понимаете? То есть мы не тупо будем готовить бургеры, мы будем еще какой-то сюжет смотреть. О, что такое? О, коровка! Happy the Humble Dorky-Porky Ко-ко-ко Соломон. Какой-то Соломон. Фермер. Ага. Это, короче, история возникновения, наверное, как все зародилось, породилось. Это они все тут. Это, короче, она чмойки-чмойки посылает. На мисс Пигги похоже, только мисс Корова. Мисс Муму. Happy's Humble History. Спасибо за прочтение. Но это, короче, все на английском, мы это не прочтем. Я, конечно, можно, но не будем. В общем. Да ты посмотри, что делает, а! Ты что такое? Это Той. Он к нам пристает. Обскура. Обскура, короче, это марка, вот эта компания, которая вставила нам чип. Здесь, походу, все от Обскуры. Это, короче, какая-то, знаете, как это... Скайнет какая-то местная. Это что такое? Там какая-то порнография. Что происходит, а? Той! Хорош, открывать мне дверь. Мне вообще-то страшно. Возможно. Не, ну когда дверь открывается тебе в квартиру, то это вообще пипец как страшно, реально. А, какие-то фильмцы пошли всякие, сейчас какой-нибудь ужастик будет. Давайте на этом закончим. В общем-то, тут есть сюжет, и поэтому я предлагаю, что дальше потом попроходить еще эту игру, посмотреть, что за сюжет тут, что происходит, что вообще этот Obscure Corporation творит здесь с людьми, вытворяет, чипы вживляет, заставляет, короче, готовить какие-то бургеры. Зачем им все это нужно ради каких-то бургеров, непонятно пока что. Так все пока неплохо, хоррора особо, ну, как бы нас там, да, корова попугала, пожрала немножко. Вот. А все. Вот сейчас самое страшное в этой серии, это вот это, смотрите, что. Вы видите, это улыбается лицо. Видите, видите, это лицо улыбается. Это губы, это зубы. Кошмар. Все. Если понравилось, ставьте лайки. Если не понравилось, то просто проходите мимо. В описании под видео будет ссылка на предыдущие серии марафона симуляторов, а также на всякие разные группы и аккаунты, в которых ничего нету. А на этом все. И увидимся завтра в следующем
симуляторе. Всем пока!